Здравствуйте, меня зовут Ким Роберт. Я из города Алматы, Казахстан. Ну, мы сейчас находимся в общежитии Нанкинского университета в городе Нанкин, провинция Джиангсу, Китай. Учусь по специальности бизнес-администрирования, и учеба начинается 25 сентября, то бишь завтра. Магазины, супермаркеты, банк. И сейчас уже привыкший я уже могу спокойно двигаться, передвигаться, покупать все, что мне нужно. И сейчас, в принципе, интернет есть, сим-карта есть, связь. В общем, все сейчас хорошо. Мы из Алматы добирались группой. У нас был сопровождающий. Ее зовут Жидра. Она нас сопровождала вплоть до самого университета. По приезду сюда я продлил визу, прошел медосмотр, и вроде все. Нас собирали, прям всех первокурсников собирали и на автобусе везли в нужные места. Там мы делали все процессы, процедуры. Китай очень большая страна, очень красивая страна, с очень богатой культурой. И мы ее еще полностью не познали, но со временем, я думаю, мы здесь полностью освоимся и узнаем все интересности всякие. В общем, мы узнаем все интересного о Китае. Знаете, я уже был в Китае один раз на курортной зоне, и уже там я понял, что китайцы, они очень вежливые, очень дружелюбные. И прибыв в Нанкин, это все подтвердилось. То же, что я наблюдал на Хайнане, на острове Хайнань, тоже и здесь. Китайцы очень добрые, отзывчивые. Даже если мы не понимаем друг друга, они все равно всячески пытаются нам помочь и понять нас. Ну, Китай — это страна, у которой сейчас очень сильно растет экономика, рабочая сила и... Весь наш мир построен, в принципе, если так подумать, то на Китае. То есть все товары, которые нам надо, в принципе, большинство из них делается в Китае. Обучение в Китае тоже считается очень престижным. Диплом китайский, я считаю, он действителен вообще в любой точке мира. И, естественно, очень богатая культура и язык. Я думаю, грех здесь не любить это место. До свидания.